химчистки, конечно же, нам обещают профессиональную стирку пуховиков. Но зачем платить больше? Мы справимся самостоятельно. Для начала выворачиваем пуховик и застегиваем его на молнию. И не забываем проверить карманы. Может, там найдется мелочь, в отличие от кроссовок. Но не факт. Загружайте пуховики и стирайте их всегда отдельно от другой одежды. Но не от теннисных мячей. Вы замечали, у теннисистов самые чистые пуховики. Так вот, предварительно помытые теннисные шарики помогут пуху не сбиться. При стирке используйте только жидкие моющие средства, дабы избежать остатков порошка на вашем пуховике, который добавит вам новые оттенки в образе. И не сушите пуховики на батарее. В идеале это делаем на свежем воздухе. Балкон успешно подойдет. Так что вперед за теннисными шариками и жидкими чистящими средствами. Если только порошки у вас под рукой. Стирайте вещи правильно. Пока.